В этом году Российская библиотечная ассоциация впервые организовала конкурс «Библиотекарь года». На первом этапе Чувашию представляли три участника. Наталья Мисина стала финалистом этого конкурса. Хранительница книг Наталья Мисина работает в детской библиотеке уже 19 лет. Ее работа не ограничивается выдачей книг. Она участник таких проектов, как «Чебоксары. Жемчужина Поволжья», «Золотые имена Чувашии», автор проекта «Читающий троллейбус». Наталья Николаевна постоянно повышает свою квалификацию. Наверное, это и помогло ей стать финалистом всероссийского конкурса библиотекарей. Я уверена, что наша победа позволит создать благоприятный имидж библиотечной профессии и в особенности библиотекаря города Чебоксары и, конечно же, сформировать образ Чувашии как продвинутого культурного региона Приволжского федерального округа. До 1 октября продлится последний тур конкурса. По его результатам определится финалист. Приз – 100 тысяч рублей. Наталью Мисину можно поддержать, проголосовав на сайте Российской библиотечной ассоциации в разделе «Конкурсы. Библиотекарь года». Татьяна Трофимова, Николай Яковлев, Республика.